А перед началом ролика не забудь подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления, потому что я стараюсь за тебя. Надеюсь, тебе понравится видео. Приятного просмотра. И всем привет, гости моего канала. Сегодня я расскажу вам, как набрать очень много голды за небольшой срок дней. Смотрите, что вам нужно сделать первым. Например, у вас есть, ну, почти все оружие. И вы должны выполнять задание. Убить 80 врагов. Вот вы же, допустим, играете там в режим рандом, там командный бой, т.д. т.п. Вы должны убить 80 врагов, уже 5 голды. Убить там с какого-то оружия. И там, допустим, ну, вот у меня там задание убить 20 голов с ВП. Вот, допустим, у вас есть АВП, и убивайте в гол с ВП. То есть в день, за день у вас уже, за один день у вас будет уже 15 голды. Это первый способ. Давайте посмотрим на второй способ. Второй способ очень легкий. Просто смотреть рекламу. Почему смотреть рекламу? Да потому что вы можете ее смотреть 60 раз. То есть как бы реклама там идет по от 18 где-то секунд, там 15, до 30 секунд. А почему я сказал рекламу? Потому что здесь ее можно смотреть 60 раз. Здесь есть ограничение только в 60 раз просмотра рекламы. То есть если вы просмотрите больше 60 раз рекламу, то у вас будет написано, ну что-то там про лимит, лимит рекламы. И если вы будете смотреть дальше при лимите, то вам, естественно, голда не достанется. Переходим к третьему способу. Это трейдиться на рынке. Вы заходите на рынок и обновляете страницу. Здесь вот, допустим, видите, турбин продали только что P90, там первое оружие. Вы можете его купить быстренько, если только вы успеете. Если у вас очень хорошая реакция, то вы всегда можете купить самое дешевое оружие. Вот, допустим, смотрите, Цуан продали. Цуан. Короче, продали вот нож за 2 голды. Если вы успеете купить, то вы его можете продать, ну, голды за 5 максимум. Если вы продадите за еще больше, ну, типа, ценник еще больше сделаете, чем... Как, короче, чем дороже делаете, тем меньше его купят. Вы можете его поставить, ну, типа, как вам сказать, вы можете завысить цену на 1 голду или на 2. В зависимости, сколько стоит вообще самые... низкий ценник на вот на это оружие, точнее, скин на нож. Короче, ну вы меня поняли. Переходим к четвертому способу, последнему. Вы любите, допустим, играть на командном бою, резня, рандом, АВП режим и так далее. И вы за них получаете серебро, как бы это логично. Вы просто берете, заходите в кейсы и покупаете. Не надо покупать фантом, потому что здесь нет дорогих скинов. Понимаете? Самый дорогой скин только здесь, на Unity. Вы его покупаете, и если вам прям повезет, прям вообще повезет, то вы можете выбить нож Rexo Half. Вот видите, куда нажимаю этот нож? На данный момент он стоит почти 30 голды. И если вы его в течение дня выбиваете, то получается за день вы тупо... Как бы у вас уже 100 голды за один день. Просто за один день. Это очень прикольно. Давайте посмотрим, сколько он стоит на рынке в данный момент. Так, вот зашли мы на рынок. Он 30 голды стоит. 30 голды. Как бы сумма не особо-то плохая. То есть в день, если вы будете вот так постоянно делать, это, все задания выполнять, вот эти вот задания, сейчас. Задания 15 голды плюс... Реклама по 60 раз. 60 раз можно посмотреть. Потом играть, набрать 1000, там, 2000, 3000 серебра. Открыть кейсики, продать их за какую-нибудь там хорошую цену. И в день у вас будет по 100 голды. Все очень просто. Главное, чтобы вы не ленились и делали это. Если вы будете делать, вы просто на изи можете купить Combat Knife. Что вы еще можете купить? Давайте посмотрим, сколько сейчас стоит, допустим, Combat Knife. Скины. Ой, господи. Наклейки нажал. Скины. Так, Combat Knife. Он стоит
969 голды. Если вы, примерно, если вы целую неделю будете вот так стараться, у вас будет по 100 голды. И вы спокойно можете купить комбат Найт, Сафари, Дэдди, Ультравиолет, Неон Бим, ну, короче, вы поняли, да? Ревенж и так далее. Спокойно можете накопить. Если вы будете так делать. Не забудьте поставить лайк, потому что я старался для вас показать вам эти легкие способы. Давайте наберем больше 5 лайков, и тогда я продолжу снимать что-то подобное, потому что я как бы стараюсь для вас. И да, помогите, пожалуйста, набрать 50 подписчиков. Мне очень не хватает. Я очень хочу набрать 50 подписчиков, у меня уже будет половина. То есть, мне еще остается, потом половину будет набрать. Если вы наберете 50 подписчиков, то я вам буду очень благодарен. Возможно, даже устрою какой-то конкурс на неплохую сумму голды. На этот раз, не бойся, голда у меня будет. Все будет. То есть, набираем 50 подписчиков за такой способ. И под этим видео больше 5 лайков. И тогда я устраиваю конкурс. Ну, на этой минуте я с вами прощаюсь. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока-пока.